Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители канала. Подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, чтобы быть в курсе событий, которые происходят на канале. И сегодня у нас небольшой праздник. Я немножко припозднился, потому что ездил по личным делам, делам нашего канала. Время сейчас 5:00 вечера. Я иду купить подарок. Сегодня у нас день рождения у Сомовой Марии Евгеньевны. Ну, надеюсь, там уже ребята ее поздравляли. Мы сделаем еще один заход. Сейчас я что-нибудь куплю. Ну, такое практичное, я думаю. Куплю какие-нибудь маникюрные ножнички, пилочки, там какой-нибудь набор. Что еще можно купить? Мыло, полотенце. Расческу с зеркалом. Я думаю, это будет гораздо эффективнее и полезнее для нее подарок, чем какие-то остальные. Ну и чтобы скрасить досуг, возьмем что-нибудь покушать. Вот. Ну и к сожалению, а может быть к счастью, и к сожалению, бутылочку водочки поставим на всех. По 50 грамм за здоровье Марья Евгеньевна пусть выпьет. Ну так, идем в магазин. Приятного просмотра вам, ребята и девчата. Всем спасибо за поддержку, за помощь. Вся информация есть в описании видео. Номера телефонов моих личных: WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите, кто желает помочь материально каналу. Есть и подобная информация, там карта Сбербанк, PayPal, донат Alerts и другое. Будем рады принять от вас помощь. Всем спасибо. Газуем в магаз за подарком. А, ну и куплю цветочек. Цветы, я думаю, Машка давно не получала, тем более от мужчин. Сделаем такой маленький праздник. Пусть хотя бы сегодня улыбнется. Добрый день, уважаемые зрители канала, подписчики и хейтеры. Вот куда Александр Маэстро девает донаты, тратит. Всего хорошего, едем по делам, делать добрые дела. Ребята, девчата, собрал пакетик такой подарочный. Подарки рассмотрим позже. Пусть Машка сама покажет. Всякие безделушечки, которые необходимы в повседневной жизни. Я думаю, так будет гораздо практичнее. Идем дальше за продуктами и за водкой, и за цветами. Так, дню рождения почти все готово. Купили курочку грин. Последний штрих. Наш любимый магазин Бристоль. Так, зашли в Бристоль. Но придется назад вернуться. Ой, три тютюшечки ходят здесь, как всегда. Забыл купить самое главное — цветочек. Сейчас зайдем в магазин. На улице сегодня дождик, мелкий моросит. Все с зонтиками. Цветочек у нас есть. Все, идем искать Машку. Наверное, она уже в хлам где-нибудь. Ну, Аслану позвонил, вроде знаю, где она есть. Сейчас дойдем. Ну, будем надеяться, что она здесь. Дождь на улице, поэтому, я думаю, внимание будет вдвойне приятно. Так.
Здрасте. Именины у Кристины, тара-та-тошечки, та-та. Марья Евгеньевна, это тебе. Спасибо. Это вот тебе подарки. Спасибо. От канала ТВ Маэстро, от наших подписчиков и от нас, от всех. От Аслана, от Бульбашею, Санька, Валерки. Ну и праздничный стол накрывай. Дан, ты ближе садись, а не закапывай тебя. Что будет там? Начинай. Она всю спину уедет. Как, Мария Евгеньевна? Ну что там тебе подарили-то, друзья? Покажи хоть. Нет. Ну вот в пакете, в каком я принес. Я еще пока не смотрю. Ну доставай, давай. Доставай, она сейчас а то, да, заныкай, ты знать не будешь, что там есть. Да. Так. Расческа. Ой, с зеркалом. Голову помыли сегодня? Так. Расческа должна быть. Полотенце. Ножницы. Ногти постригать. Щипчики. Машу, как раз. Так, что там еще есть? Дезодорант. Попшикаться. И мыло. Все необходимое. Да. Лоб ты в честь дня рождения подкрасила уже, да, я смотрю? Вчера. Я вчера это сделала. Заходила сюда как. Так хорошо, хай то ли там. Как это самое, как Боинг на посадку. Ну хуёвую только. Так, я тоже с вами буханул. Вот. И вот так, спасибо вам огромный. Да. На маме деньги кинули. Вот 300 рублей. Я свои деньги потратил. А вот, которые вы кинули, вот это. Ни копейки не тратил. Ага. Спасибо вам огромное. Спасибо за подписки, ребята. Да, не забывайте подписываться на канал ТВ Маэстро, Братское Сердце, Бавленский Поворот, Аслан Исаев. Сачку и курочку. Сачком. Курочку ловили мы сачком. Ребята, спасибо за подписку. Подписывайтесь, лайк. Так, Машке теперь есть чем заняться. Будет перекладывать в два раза чаще сумки. Опять салфетками сумки. Поставь. Руки протирать надо, да? Да. После еды или до еды? Идите, парень. До и после, да? Да, так и так. Вот роза. Понюхай хоть цветочек, когда последний раз цветы нюхала. Занюхивать теперь будешь водку. Иди баню. Последний раз нюхала цветы, когда вы их ныряла. В клумбе, когда спала, да? Вчера это, чистотел нюхала. Так и не грай. Они ее только брать не будут. Ага, сейчас. Почем? Полтонна. А, полтонны. Полтонны сейчас дадим. Про себя любимого забыл, блин, сигарет не купил. Сигареты. Ребята, спасибо огромное. Сегодня в общем 1800 рублей перевели. 1000 на карту. Спасибо, подписчики. Да, и мне были переводики там для Маши, для Синего, для ребят. Все. Ну, для меня Маша, это понятно. Все, ребята, идет по назначению. Никому не верьте. Подписывайтесь на каналы, которые без интриг, которые действительно хотят помочь людям. Это да, каналы ТВ Маэстро, Братское Сердце, Бавленский Поворот, Аслан Исаев. Делайте подписочки, нажимайте колокольчики, чтобы быть в курсе событий. Вся информация о канале ТВ Маэстро под видео в описании. Смотрите, читайте, звоните, пишите. WhatsApp, Viber, Telegram. Ну, и по 50. По 50 за здравие Машки. Маша, за Машку выпьем. Поздравляю тебя еще много раз. Я уже раз. И будьте здоровы.
и никогда не болеть. Чистые, да, волосянки? Да, сифа были. О, молодец. С утреца помыли. Помогли, ребята. Я видел видос. Подмышками побрыли. Ага, тоже. Молодцы. Видели, мел моралик вставлять. Ну а что ты не ухаживаешь за собой, Маруська? Давай. За себя, за здраво. Быть добру. С днем рождения. У меня станков нету. Чего нету? Станков нет. Станков. Ну сказал, 25 рублей станок стоит. 50 максимум. Куплю, ладно. Куплю. Настреляю и куплю. Настреляю. Угу. Стрелок, так. Блядь. Ворошиловский. Открывай сок. Бисик масла нет. Курочку тоже разворачивайте. Я с вами за здоровье откушу. Не вопрос. Буль-буль. Эй, блядь, что тут? Да, как она вообще выращивает? Я только купил, да, все. Я припозднился, потому что бегал там по делам. В банк туда-сюда. Уже в Жуковский не ездил, Марину нашу. Марина, выздоравливай. Положили что-то в больницу там. Что-то с ней случилось, не знаю. Мариночка, здоровья тебе. Спасибо за поддержку, ребят. Да. Я говорю, по тишине пока. Давай, давай. О, отличный борщ. Ну и я, Манька. Ой, Манька, за твое здравие. Да, присоединяюсь ко всем поздравлениям еще раз. Да, пишут, да. Очень много там подписчики, все поздравляют тебя, переживают за тебя. Я знаю. Знаю, умничкой будь. И послушной. Да, ухаживай за собой хотя бы чуть-чуть. И послушной быть мне. И послушной, не будешь слушаться, будешь... Пизелей получать. Совершенно верно. Будешь пропадать, Маша. Не, я за их молиться, мне пизелей ставлю. По-братски. Ну, я за это могу не переживать. Вот. Ты меня злостишь, нахуй, говорит, блядь. Просто, блядь... А? Без мата можно? Да. Без мата. Ты меня злостишь? Давай, выходим туда, ты с матом разговариваем. Давайте. Выпивайте, закусывайте. На столе сидишь. Я курица, ты цыпленок. Спасибо, уважаемые зрители, за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки, пишите комментарии. В обиду не оставляйте. Марья Евгеньевна. Самое главное, меня не забывайте, нас всех не забывайте наших. Мария Евгеньевна на месте. Да. Мария Евгеньевна всегда на месте. Как всегда на месте. Спасибо, друзья. Сегодня, не знаю, сегодня дождь на улице. Выйду в эфир, не выйду. Но постараюсь на часочек, как всегда на часочек. В итоге побили мы, не побили вчера рекорд, не знаю. Всего хорошего, вам приятного просмотра, спасибо. Подпишитесь еще раз, прошу, на каналы ТВ Маэстро, Бавленский Поворот, Братское Сердце и Аслан Исаев. Поддержите ребят, которые занимаются действительно делами добрыми, которые направлены на то, чтобы вытащить ребят с улицы, попавших в тяжелую ситуацию. Спасибо большое еще спасибо, раз. Спасибо вам.